Здравствуйте, друзья! Это канал «Школа успеха особенных детей». Для тех, кто впервые на нашем канале, я поясню. Мы рассказываем о школе-интернате номер 2 города Абинска Краснодарского края. Урок социально-бытовой ориентировки в 8 Б-классе. И мы на экскурсии в прачечной школы-интерната. То тоже вот так же точно рассчитываем килограмм количества белья на эту машинку, взвешиваем сюда, высыпаем на порошок. Эту машинку стиральный порошок, еще может быть воск для отбеливания или белого белья есть воск, а это для цветного белья. Так, белье, которое там у нас взвешено было, оно потом раскладывается аккуратно, сухими руками, сладко идет порошка. Того количества, которое мы посчитали с вами. Это белье, когда тестируется, оно уже полусухое, и дальше идет вот эта сушка. Для того, чтобы мы посмотрели, шарфики. И сейчас мы включим ее. Вот крутит, и вот так вот белье, оно у нас сушится. А каждый день у нас идет стирка, у нас идет наше белье. У нас каждый день работает. Смотрите наше видео. Комментируйте, ставьте лайк, приглашайте своих друзей подписываться на наш канал и оставайтесь с нами. Мы работаем для вас.